У Сполучених Штатах пройшли навчання вже понад 3 тисячі українських військових, починаючи з квітня 2022 року. Вона уж більш непрості. Нельзя скривати недостатки, надо їх обсуждати, надо рішати вопроси, сложності. Загалом за кордоном було підготовлено 12 тисяч солдатів та офіцерів Збройних сил України. Про це заявив представник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер. За його словами, за кілька тижнів стартує підготовка українців на батальйонному рівні у Сполучених Штатах. Щомісяця на різних системах озброєння, зокрема на системах протиповітряної та протиракетної оборони, у бронетанкових частинах – будуть навчатись близько 500 військовослужбовців Збройних сил України. Долучаємо ще одного гостя. Надзвичайно радо вітаю полковника Збройних сил України в запасі, військового льотчика-інструктора. З нами на зв'язку Роман Світан. Пане Романе, ранок добрий. Вітаю. Пане Романе, весь світ справляється в жартах з приводу ініціативи Російської Федерації, президента-вбивці Путіна, стосовно оголосити перемир'я на 36 годин в честь Різдва Христового. І от те, що нам пишуть, принаймні, аналітики Інституту вивчення війни, вони кажуть, що, звісно, це все робиться, ну, по-перше, для дискредитації України, мовляв, це ж ми вбивці і напали на бідолашну Росію, а вони миротворці. Ну, а по-друге, вже такі більш глибокі аналітичні висновки говорять про те, що, звісно, хочуть ці 36 годин росіяни використати собі на користь, десь там посилити своє угрупування, підвести боєприпаси і так далі. Що ви, як військовий експерт, бачите в цій пропозиції? З 2014 года росіяни використовують такого роду праздники, церковні, прикриваються крестами, хоругвями для того, чтобы произвести определенные действия у себя. Действительно, это передислокация, это довозка боеприпасов, это складирование. И сейчас видно, скорее всего, подготовка к некоторым, по некоторым направлениям к наступлению. Есть информация о том, что подтягиваются к линии фронта российские войска от Гуляйполя, к Гуляйполю, к Угледару, к тому же в сторону Лимана в районе Рубежного, готовятся в районе Сватова от Валуек на Купянск. То есть россияне будут использовать эти двое суток для того, чтобы переформатироваться, передислоцироваться и дальше, скорее всего, после того, как это с их точки зрения перемирие закончится, они начнут определенные боевые действия, причем вроде как с нового листа. То есть очень важно для того же Путина закрыть провальную кампанию прошлого года, действительно провальную в информационном поле, и открыть уже вроде как новую, уже со своих наступательных действий. Это называется перехватить как минимум информационную инициативу на поле боя. То есть вот это его движение, оно понятно, дискредитировать украинцев он не сможет никак, в принципе. То есть мы ведем освободительную войну, никто останавливаться не собирается, естественно. А уже для своих, для внутреннего потребления он может подать это как нарушение каких-то договоренностей, или вот мы хотели, но не смогли. Ну, это уже будет Соловьев со Скобеевой заниматься, они знають, що начесати росіянам голови. Так, тільки от в підтвердження ваших слів додатково тут зараз каже голова військово-цивільної адміністрації Луганської області Сергій Гайдай, що противник ще й укріплює сватівський кремінний напрямок мінними загородженнями, тобто надзвичайно важко там, зокрема, просуватися і Збройним силам України. І, звісно, так само вони не готуються просто так відступати. Але при тому, пане Романе, я хочу вас розпитати про підтримку західних партнерів. Ми з вами багато приділяли уваги тому, як все ж таки досить дозовано нам і поступово надається додаткове озброєння. Ми поки що не бачимо все ж таки наступального. Більше ми говоримо про захист наших територій, зокрема про системи протиповітряної оборони. Але вчора все ж таки з'явилися непогані новини. Це коли Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц все ж таки сказали, що передають нам з одного боку БМП Бредлі, з іншого боку Німеччина передає БМП Мордер. І ще заговорили про те, що все ж таки, ймовірно, у перспективі ми отримаємо ті самі танки, про які ми так просимо і мріємо, Леопарди. Кажуть, що якраз оце все мало би повпливати на справді дуже круті результати контрнаступу Збройних сил України. Що ви скажете про ці пакети військової допомоги? Чи їх допоки нам вистачить? Очень хороший маркер
после вчерашнего разговора Байдена с Шольцем был доказательство того, что все-таки и Германия участвует в очень мощных поставках. Это передача готовности передачи Германии нам еще одной батареи Патриот. То есть так. То, что мы как раз с вами говорили, не одна батарея нам будет передаваться, скорее всего, комплекс. Он будет определенно с определенными этапами вводиться в строй. То есть и не одну, и не две батареи, а скорее всего 8-9 батарей мы в конце концов увидим на территории нашей страны. Уже кто и какие страны будут передавать, это они решат на ближайшем Рамштайне, то есть это технологический определенный процесс. Но тут же параллельно идет процесс передачи тех вооружений, которые в свое время запросил наш генерал Залужный. Он в основном акцентировал на увеличении поставок бронетехники. Причем любой бронетехники, пусть это тяжелые танки, для танков просто, особенно 60-тонных, и того же «Леопарда», и того же «Абрамса», очень нужно очень много сопроводительной техники и техника эксплуатационных частей, инженеров и тех составов, которые будут участвовать в обслуживании этих машин. Это очень сложные машины, это комплекс целый, это не один танк. А вот более мелкие, более юркие машины, типа тех же Брэдли, Мардеров, во-первых, их очень много, особенно Брэдли, они очень просты в эксплуатации, то есть и выполняют в принципе те же функции, что и танк, особенно на наших грунтах. И он легче почти в два раза, эти машины легче, они больше маневренные и могут брать еще и пехоту. То есть это довольно-таки неплохой заменитель танков. Понятно, что не полный, ясно, что лучше танка только танк. Потому полностью не заменим, но тем не менее сейчас на данном этапе нам хватает, могло бы хватить и определенного количества Брэдли, допустим, и тех же Мартеров. В приоритете, конечно, поставка танков, если это будут танки, лучше, конечно, леопарды, потому что леопарды находятся практически на вооружении всех стран Европы. Это танк, который очень хорошо уже знают все ремонтные мастерские, наверное, в Европе. Нам намного проще его будет обслуживать в Европе, чем, допустим, Абрамс. Для обслуживания Абрамсов нам придется еще чуть ли не заводы в Европе ставить, для того, чтобы можно было его доводить до ума после определенных боев. А потому оптимал, конечно, все-таки «Леопард». Я думаю, с Шольцем этот вопрос будет решен. Раз уже решили вопрос по «Патриоту», то вопрос, я думаю, по «Леопардам» будет решен. Тем более, что есть еще страны, у которых есть «Леопарды», и которые нам эти «Леопарды» уже могут передать. Есть и скандинавские страны, те, которые собираются только в НАТО, и Великобритания может передать. То есть, в принципе, я думаю, процесс пошел. Получим мы и «Брэдли», и «Мардеры», и те же «Леопарды». Вопрос по «Абрамсам», но его можно даже, может быть, и оставить вообще под вопросом. То есть нам бы лучше, конечно, «Леопарды». Ну да. И французы молодцы, будут передавать, да. Про «Абрамси» так всі кажуть, що найбільша проблема – це їхнє технічне обслуговування, ремонт і так далі. Тут і британці вийшли із заявою про те, що вони незабаром оголосять якийсь ще один, ну я так розумію, революційний пакет допомоги. Але, пане Романе, дозвольте вже наостанок, у нас кілька хвилин лишається. Байден заявив, що війна в Україні перебуває в критичній точці. Я, до речі, хочу сказати, що фраза «критична» – це можна по-різному трактувати з негативної і з позитивної точки зору. І за його словами, США повинні надати Україні максимальну допомогу. Ми вчора з вами ґрунтовно говорили про ймовірні великі плани контрнаступу Збройних сил України. Як ви для себе трактуєте оцю критичну точку? Що це означає? Это так называемый переломный момент. То есть наше движение, допустим, на Азовское море, на Азовское побережье, с любой точки Запорожского фронта в любую точку Азовского побережья, задача перерезать сухопутный коридор. Вот это есть критичная точка, о которой говорят все политики мира. Они прекрасно это понимают, и это понимают и россияне в том числе, потому делают все возможное для того, чтобы мы только не пошли в наступление на Азовское море. Дело в том, что есть, как только мы перерезаем сухопутный коридор, у них сыпется практически три области. Это Запорожская, это Херсонская, это Севастопольская область.
не Республика Крым, это наша будущая Севастопольская область. Потому эти три области просто сыпятся, так как без поставок туда вооружений это уже оперативный котел, а тем более после выхода на Азовское море мы напрямую достаем нашими средствами поражения до Крымского моста. Естественно, он будет полностью разрушен, и тогда это большой, большой оперативный котел, из которого россиянам уже не выйти. Потому вот это и есть та критическая точка, о которой все говорят, и говорит об этом и наш генерал Залужный. Именно для этого он просит вооружение. И нам его уже начали давать. Потому это самый оптимальный вариант. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.